Всем доброе утро. Вот эта колымага не дает нам спать всю ночь. Несколько дней подряд. Она срабатывает. Ее вроде как выключают, и она по новой начинает пилякать. На этот раз выключили. Всю ночь она. Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. 18:70, что ли. И номер почему-то лежит снят. Там бампера нет. Вот еще чудо сработало. Чудо иномарка. Сейчас узнаю номер ГАИ и буду звонить, узнавать. Ладно бы это днем было, это всю ночь вот такое вот. Выключилась, тут же включилась снова. Да, весело. И смех, и слезы. Это вот трудно выйти и отключить ее. Пусть она пилякает. Это же надо. Цирк. Пять минут уже пилякает. Иначе я не назову это. Пожалуйста. Продолжение следует. Почему мы должны это все слушать? Я не знаю. Хоть бы подошел, так с окна можно крикнуть. Здравствуйте. Всем добрый день. Ну, рассказывай, Таня, куда бежим идем? В поликлинику, дождь. Доделаем Танины уколы. Еще мне пару уколов надо сделать. Заодно сейчас надо вычислить номер машины, которая не дает нам спать. Буду звонить в ГАИ. И встреча у нас с парнем или с мужчиной, не знаю, кто он там, молодой или старый. Телефон отдать. О, да, самая главная вчера встреча. Кто потерял смартфон, сегодня его получит. У нас дождь, как вы видите. Похолодало, два дня будет идти дождь. Вчера жарко, в футболках ходили. Кто в шортах, кто в футболке. А сегодня в куртке, чуть ли не в зимней. 10 градусов. Вот она, кстати, воет. Вот красная машина попалась. Сейчас посмотрим, что за номер. И буду звонить в ГАИ. Потому что это не дело. Это вот. Не знаю. Чья машина? Если бы знать, чья это машина. Номер 1870КР1. Интересно, есть тут кто? Кто ее выключает, эту сигнализацию? Днем победы! Не дадим вам спать! Впереди кафе «Мамас Кебабас». Кебабы, фалафель, смузи, пиво, кофе, чай. Что такое кебабы, что такое фалафель?
Это по-русски, наверное, драники. По-белорусски драники. О, надо драники сделать сейчас. Давно мы их не готовили. Город поплыл. Осталось Татьяне два укола, два витаминных, основные она сделала. Но и витамины тоже нам нужны. Таня в магазин, Раиса Николаевна. Здравствуйте. Тоже в магазин. Здрасте. Вам ни дождь, ни снег, ничего. Я на рынок ходила. Перчатки купила такие. Мне же придется в балкон красить. Угу. Да вообще посуду мыть. Ну, в общем, прогулялась. Ну, помидорчики купила. Как всегда, нарядная, да. Яркая. Да, спасибо. Все, давай, совпадим. Я понравилась. Ну вот, привет, сосед. Заработала торт, молодец. Выкинь их, вон, выкинь мусор. Все, встретили соседа по даче, одним словом. Но торт мы заработали. Ну хорошо. Честно. Я что сказал? Да, молодец. Настоящий мужчина. Правильно. Для женщины. Ну все, Раиса Николаевна, идем мы домой. Счастливо. Смотрели, моя дочь смотрела ваши видики. И отзывы очень хорошие, красивые. Так что спасибо всем. Стелла смотрит. И она мне позвонила. Я говорю, всем спасибо за хорошие отзывы. Да, за комплименты, Раиса Николаевна. Спасибо. Вам вопрос. Здоровьем всем. Да, вопрос. Спасибо. Вы педагог, спрашивают? Нет. Я сугубо экономист первой категории. Да. А где вы работали в этом? В РЕС-проект. Да. Так что отношения к педагогике никакого не имеют. Ясно. Кто-то меня перепутал. Но все равно спасибо за то, что интересуются. Да, как-нибудь мы с вами побеседуем, что-нибудь расскажете нам. Что вы купили? Ну что мы выкупили? Жидкое мыло травяное, антибактериальное. Литр. Антибактериальный эффект доказан в эксперименте. Литр стоит 3 рубля 11 копеек. Это белорусская, кстати. Я сказал, это не реклама. Брестки. Мы купили себе. Так, я хочу положить туда. Это бананы. 3 апреля. Это уже прошло? Да, сейчас уже май, конец мая. Мы, русские, своих в беде не бросаем. Хорошая актриса, она мне очень нравится. Небольшое ЧП произошло. Да? ЧП. Сейчас обязательно зададут вопрос, где вы покупали это мыло. Магазин «Верас» на бульваре. Союз печати. А рядом павильон, газеты, журналы. Попроще «Союз печати», как раньше. Киоск. Но я она думаю, с витрины взяла эту бутылку. Так у нас таких киосков. Да это не побрез. Дефицит. В любом можно. Такое мыло не проблема. А столько ягод на них много. Да уж. Да. Идем рассуждаем. Таня говорит, и никто не обрабатывает. А тут обрабатывается. И мороз не убивает. Машины ездят, бензином их обрабатывают. Двор нашего дома. Построили так вот хлебзавод. Видите, и выезд получается во двор нашего дома. Это, наверное, по просьбам жильцов загородили таким забором. Ну, я не знаю, дает он что-то или нет. Ну, может, да, мне кажется, как было слышно. Звукоизоляция, да, такая. Сколько писали, чтобы сделали выезд на другую сторону, прямо на бульвар космонавтов, но... А ВОЗ и ныне там называется.
идем в хлебный. Зато у нас магазин хороший здесь, да. Хлебный, все есть тут, все.